Привет, я Гриша, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас PCP винтовка Flash Pub, линейка QE от турецкой компании Hatsan. То есть некая вспышка, если переводить. Заявленная скорость полета здесь 300 метров в секунду, так что название вполне уместно. QE — это Quiet Energy, фирменная технология Hatsan, позволяющая значительно снизить шум при выстреле. Линейка Flash Pub имеет модели с более коротким стволом, без саунд-модератора и даже есть в деревянном ложе. Тут же у нас удлинили ствол, встроили саунд-модератор и, ну, ложе из пластика. Хотя у нас уже есть обзор на то же самое, только в дереве. Что ж, посмотрим. Интернет-магазин «Попади в десятку». Внешне нас встречает компоновка Bullpup, то есть магазин здесь смещен назад, а спусковой крючок вперед. При этом длина устройства 850 мм, но на функциональности винтовки это никак не влияет. Весит она 3,9 кг. Корпус изготовлен из ударостойкого пластика. Рукоять имеет вырезы под пальцы и текстурные насечки, что улучшает сцепление с ладонью. Такие же расположены и на цевье. Ствол тут металлический, скреплен пластиковой восьмеркой с резервуаром. Имеет интегрированный саунд-модератор и длину в 450 мм. Резервуар, содержащий сжатый воздух, рассчитан на 165 кубических сантиметров. У всей линейки резервуары небольшой вместительности, так что это тоже не стало исключением. Заправляется же резервуар через резьбовой штуцер, идущий в комплекте, с помощью насоса или компрессора. Заправка происходит через заправочный порт, находящийся на конце резервуара. Максимальное давление составляет 300 бар, но для оптимальной работы рекомендуется использовать от 100 до 200. Здесь прямоточная система, поэтому поддержание давления важно для сохранения мощности выстрела. Отслеживать же давление можно на манометре, который расположен с правой стороны винтовки. Манометр выходит за пределы ложи, так что будьте аккуратны, случайно не прокинув винтовку на бок. Скорость полета пули может достигать 265 метров в секунду, однако поставляется она ослабленной до 3 джоулей, где показатель будет равен, ну, 20-30 метров в секунду, это в калибр 6.35. Но всегда можно приобрести дополнительную конструктивную деталь. Над стволом расположилась металлическая прицельная планочка «Ласточкин хвост» и «Пикатинни». Стоит она на пластиковой восьмерке и используется для дополнительной оптики, которая приобретается, естественно, отдельно, и я это сделать настоятельно рекомендую в случае приобретения винтовки, так как прицельных приспособлений здесь больше никаких нет, а без них у вас стрелять, ну, вряд ли получится. А стреляет же винтовка свинцовыми пулями калибра 6.35. Доставляют пули до ствола барабанный магазин, рассчитанный на 10 таких, коих, кстати, целых 2 в комплекте. Данные барабаны заряжаются против часовой стрелки. Снизу имеется дополнительная планка для крепления сошек, фонаря или ЛЦУ. Для перезарядки установлен болтовой взвод. Тут одиночный режим стрельбы, поэтому после каждого выстрела вам придется к нему обращаться. Предохранитель установлен в спусковой скобе, он не автоматический. Сзади расположен прорезиненный затыльник для улучшенного сцепления с плечом. А сверху имеется пластиковая щека, которая настраивается по высоте. Ложе винтовки симметрично, то есть подойдет как правшам, так и левшам, что будет удобно всем. Приобрести данную винтовочку можно свободно у нас на сайте. Никакие лицензии и все прочее не требуются. Ссылочка будет в описании. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. Сделать это очень просто. Нужно перейти в описание, кликнуть по ссылочке и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. А на этом, собственно, все. С тебя, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Пиши, что понравилось, что не понравилось, что стоит рассказать в дальнейшем, что наоборот говорить не стоило. Ты, как всегда, стреляй в свое удовольствие, но не попади в закон.